Музыкальное образование получил в Карагандинском училище искусств им. Тетимбета. Затем окончил ВГИК. На театральной сцене выступает с 1981 года. Был самым молодым театральным артистом своего времени. Воспитанник Игоря и Нины Войнаровских. Сценический дебют актера состоялся в Карагандинском академическом театре музыкальной комедии, в котором А. Пит Городецкий работал до 1988 года. Был занят в спектаклях в Григорьева, В. Гончаренко, 1, с 1989 года. В Саратовском академическом театре оперы и балета. С 2000 года солист Киевского национального академического театра опереты. В спектаклях исполняет характерные и комические роли.